А сегодня экскурсия началась вот с такого, с посещения вот такого места, жаркие воды. Это комплекс тоже термальных горячих источников с кучей полезных веществ. О, наш водитель включил. Место очень красиво устроено. И очень красиво с этой стороны. Ну что он, рыбный центр Итурупан. Это китоварня, китобойни, не знаю, как это еще назвать. Там, видите, вот эти вот сюда как раз осуществляют лов рыбы, в данном случае киты. Название бухты было Оле. Оле это переводится как подкова. Еще одна бухта, бухта Карпова. Посмотрите, какой интересный разрез. А вон там, о, смотрите, сколько птиц там. Интересные разломы здесь такие. Каждое утро мы наблюдаем за тем, как выглядит вулкан Хмельницкий. Сегодня такой. Ну что, я сегодня первый раз искупаюсь в Охотском море. Говорят, мне купаться невозможно. Проверим. Гляньте, какие здесь пески-то бескрайние. А вон она, там серенькая, видите, это наша турбаза. Шиповник здесь просто невероятный. Вот так посмотрите, вот, это вот он только начинает вызревать. И уже какого размера? Говорят, размером с яблоко с небольшой вырастает. Хочу вам показать, в каком потрясающем по красоте месте я прожила 4 дня на острове Итуруп. Вот наша турбаза. А вот вулкан Хмельницкий. А вот тут за этой вот линией в 5 минутах ходьбы море. Рядом трасса. Передвигаются здесь преимущественно, как видите, на джипах. Мы тоже 4 дня совершали экскурсии на джипах. То есть джип-туры. Кстати, изначально у меня планировался палаточный тур. Но, когда я сюда приехала, мне дали возможность жить на турбазе. Не знаю, может пожалели, может испугались. Уникальные сахалинские сосны. Нам рассказывали, почему они такие. Наш последний вечер на острове Итуруп. Отлично. Ловим закат. На Охотском море. Готовится наш прощальный ужин. Смотрите, какая здесь уже красота, готовится. Прощаемся с Итурупом, вкуснейшей пиццей, чаем пуэр и вот такой, похвались. Like